Мы продолжаем социальный проект «Могу помочь». На этот раз наши герои – воспитанники детского приюта «Солнышко». Какая помощь им нужна, расскажет автор проекта Ольга Диянова сразу после выпуска новостей. А у меня на этом все. Спасибо, что провели этот день с нами. Хороших выходных. «Солнышко» – социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних. Сейчас здесь живут 36 детей от 3 до 18 лет. Все они попали сюда по решению органов опеки. Кого-то забрали из семьи из-за пьющих родителей, а кто-то и вовсе остался сиротой. Обычно дети проводят в «Солнышке» 3 месяца. А после или возвращаются в семью, или отправляются в детский дом. 17-летняя Юля Булыгина – сирота. Ее воспитывала бабушка, но месяц назад она решила отдать внучку в приют. Привыкать к казенным стенам тяжело. Воспитатели семью не заменят. Поэтому в «Солнышке» стараются занимать детей по максимуму. Проводят уроки творчества, занятия музыкотерапии, спортивные игры. Сами дети просят об уроках танцев. Ну, мне очень, да, нравится. Я в интернете смотрю постоянно видео, клипы. Хочется постоянно танцевать. Радует танцы. Юля вместе с другими ребятами часами сидят на Ютубе. Смотрят видеоуроки по хип-хопу, которые потом пытаются повторить. Результатом недовольны, поэтому мечтают. Однажды у них появится хореограф. Мы бы очень хотели, чтобы к нам приходили профессиональные хореографы, потому что дети у нас, девочки старшие, мы в интернете находим ролики, они сами ставят эти танцы. А если бы приходили профессиональные хореографы, то есть там уже как бы и движение, и все на профессиональном уровне. Все в приюте хотят, чтобы у них был постоянный преподаватель по танцам. И у каждого на то свои причины. Воспитатели будут спокойны, что дети заняты в свободное время. А для самих воспитанников танец – это способ выразить себя. Правда, платить хореографу нечем. В бюджете центра такой статьи расходов не предусмотрено. Вся надежда на то, что среди хореографов найдется волонтер. Может быть, он есть и среди вас? Если вы готовы откликнуться на просьбу наших героев, то звоните в редакцию проекта по телефону 65 22 25.